Блин, какое офигенное морозное утро сегодня. Вот так хорошо. Вот такая погода сама. Ну, еще бы световой день держался. Хотя бы, чтобы до 7, до 8 вечера. А то сейчас через час уже опять будет тьма на улице. Как дела, ребят? Как настроение? Инстаграм чудит. С каждым днем все больше и больше. Что-то там они вообще творят непонятное мне. Удаляют тейны фотографии 2017 года. За нарушение. Ну, короче, вообще бред, конечно. Ребята, сейчас мне нужен ваш дельный совет, девчонки. Делать ли мне ресницы или не делать, или так ходить? Мне кажется, я уже привыкла. Но, тем не менее, впереди новогодние съемки, куча всего. Двое, конечно. Для повседневной жизни это классно, для съемок не очень прикольно. Но тем не менее, как вы считаете, мне лучше с ресницами или без? Ну, точнее, не без совсем, есть, конечно, они, но тем не менее. Без и без начала все. Адресные цветы. Адресные цветы. Лада до юга. На сердце зима. Это моей стране. Кто-то пишет: да, Ксюш, сделай ресницы, но только не коровьи. Вы что, гоните? Мне скажите, пожалуйста, вы меня хоть когда видели коровьи ресницы? Я терпеть ненавижу, вот когда делают вот эти вот 38D, понимаете? Ну, это прям вот ужасно выглядит. Я не знаю, зачем женщины так себя портят, девушки, молодые причем. Для меня это, на самом деле, хуже некуда. Не, я, может быть, когда-то тоже делала ошибки молодости, и, возможно, мне казалось, чем больше... Ну, здрасте, а застегиваться кто будет? Давай застегивайся быстро. А мама почему-то в юбке. Мама в юбке, а ты прям вся изнервничалась по этому поводу. Забирай свой рюкзак, пошли, все. Давай, пачки твои взяла. Сказал учителям до свидания, воспитателям? Иди, говори. Пойдем. Выходи. Старов, звык. Тебе сегодня что-нибудь вручили? Ну давай, ну что ты какая-то. Давай, пошли. Тебе сегодня что-нибудь вручили? Вручили? Вручили тебе сегодня что-нибудь? А тебе сейчас звезду дали опять? Он не снимает. Мама, короче, сегодня в юбке, ты на нервах вся. Не разрешают маме юбку носить, да? Почему маме нельзя юбку носить, да? А почему мне нельзя юбку носить? Потому что ты гуляешь в садике, холодно. Здравствуйте. Проходи давай. В университет. Класс. Ну что, сестрыльки мои. Сестренки. Я хотела до ужина остаться. Где? Где, в саду? Да. Кто же знал-то? Маруська тоже всегда мечтала до ужина в школе остаться. Да, Маронь? Ты куда, на гимнастику сейчас? Пикничок мы себе устроили, да? Небольшой. Вкусно.
А мама нормально вообще, нет? Бутик себя организовала. Цвет не имеет значения. Короче, лайфхак от моего стилиста. Сейчас она на мне будет пришивать мне. А, что-то. Подожди, не трогай. На мне будет пришивать, и чтобы она мне свою судьбинушку не пришила, надо держать нитку во рту. Вообще слышала не про судьбинушку, а то, что чтобы мозги водились. Чтобы мозги водили? Да, чтобы не зашивать мозги. Тогда можно нитку не держать, можно уже там как бы без варика. Без варика. Нормально? Вот уже минут 40 или 50 она вот так вот, не останавливаясь, лает. Я не знаю, у этих хозяев, кто держит эту собаку, блядь, просто, по-моему, железные нервы. Но не у меня точно. Это просто кошмар. Она, сука, не затыкается. Просто, неужели нельзя спуститься и проверить, что с собакой? Вот, блядь. 40 минут вот такой лай стоит. Время 22:50. Строчки, только точки, после буквы Л. Ты пойми, что я хотать тебе хотел, сказать хотел. Скажешь, когда будет? Хорошо. Боль. Когда будет что, боль? Боль? А там прям больно будет? Нет. Ром, у тебя уже через кожу лобная доля пробилась. У меня там уже лобное место пробилось, пожалуйста. Там уже бородина сидит. Снимите, пожалуйста, эту хуйню. Да не на камеру! Два дня до высосется. Блять! У меня завтра РУ-ТВ, блять! Бабай напишет на нем РУ-ТВ. Ай, мне больно морщить лоб.